О риске поймать вирусные инфекции врачи тоже рекомендуют помнить. В период межсезонья, когда иммунитет ослаблен, а также при смене погоды можно быстро заразиться. Как следствие, оказаться на больничном. Как этого избежать и не заболеть? Смотрите далее. Временная потеря работоспособности, удар по здоровью, срыв всех планов. Эти и другие негативные последствия ожидают тех, кто заразился респираторными заболеваниями. Весна обманчива. Это говорят не просто так. Солнце греет, но ветер еще холодный. Снег быстро тает и превращается в лужи под ногами. При появлении первых симптомов нужно обратиться к специалистам. Дело в том, что назначить подходящее лечение, безопасное для организма, может только опытный врач. Но есть профилактические рекомендации, эффективность которых врачи не подвергают сомнениям. В 49 регионах страны за неделю зафиксирован рост числа заболевших. Всего за неделю зарегистрировано более 710 тысяч случаев. Важную роль в лечении и профилактике острых респираторных вирусных инфекций играют противовирусные препараты. К таковым относится умифенавир, препарат Арбидон. Арбидон разработан отечественными учеными, однако интерес к нему в мире громаден. Множество исследований проведено в России, Китае, Западной Европе, Соединенных Штатах Америки. Медики советуют принимать противовирусные препараты. И эта рекомендация не кажется излишней, особенно на фоне статистики Роспотребнадзора. Что еще можно сделать, чтобы снизить риск заражения? Мыть руки и промывать нос – это как минимум. А еще хорошо спать, правильно питаться, подобрать подходящие витамины и больше двигаться.